и мои коллеги очень рады, что на день рождения Бориса Немцова собрался этот форум, собралось такое количество друзей Бориса, для того, чтобы вспомнить о нем, вспомнить о том, что он сделал в своей жизни. Мы считаем, что подобные мероприятия очень важны, поскольку сегодня кремлевская пропаганда активно использует ложь, вбиваемую в голову людей, оправдывает свои ошибки, свои неудачи виной тех людей, которые на самом деле произвели реформы, в результате которых, собственно говоря, сегодня путинский режим еще экономически и может существовать. Поэтому рассказывать о правде, что было на самом деле, крайне важно. Я очень рад, что проводится этот форум. Я надеюсь, что люди также приедут на то мероприятие, которое состоится в Брюсселе 16-18 ноября, и которое будет продолжением форума Бориса Немцова. Я с интересом узнал, что организаторы решили разделить тему политической части и тему активистской части. Я считаю, что такой подход тоже имеет право на существование, хотя, как мне кажется, в сегодняшней России любой активизм является политикой, а политика, поскольку оппозиционная политика не приводит людей к власти, на самом деле является частью этого самого общественного активизма и образования, воспитания людей.